Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа. Сегодня мы расскажем о мурчащих, о тех, кто поет от боли. Этот ролик, друзья, он больше для нас. Это мы должны снять боль. И я надеюсь, друзья, вы отзоветесь и поможете. Что старый, что малый, жизнь не щадит никого. В этом ролике я расскажу о двух пострадавших. Сначала расскажу о Сумраке. Котенок 4 месяца. У него травма возле позвоночника. Мало того, что у него рана и свищ, его просто кто-то ткнул очень глубоко. Возможно, отверткой, возможно, еще чем-то, потому что это не укус. Если бы щенка, вернее, если бы котенка укусила собака, то след от зубов был бы двойной. И наверняка, если бы собака схватила малыша, ему бы разорвало позвоночник. Нет, след от удара именно чем-то острым, одинарным. А потом ребенка просто выкинули в помойку умирать. Его подобрала неравнодушная женщина. Пыталась лечить. А затем позвонила нам. Так Сумрак оказался в Лохматой Душе. На задние конечности не встает, волочит за собой. Вот. Глубокая болевая чувствительность на конечностях присутствует. Надо делать КТ. У котеночка мышечная атрофия задних конечностей. В кишочках имеется каловая масса, естественным путем он сам не какает, потому что он не чувствует заднюю часть полностью. Вот. Глубокая болевая чувствительность хвоста имеется, лап имеется. Вот. На рана с гноем, с абсцессом, как раз область позвоночника. Здесь уже абсцесс созрел. Я очень благодарна этому миру за то, что вокруг, несмотря на все это зло и весь этот хаос, очень много добрых, замечательных, хороших людей. Таких, как вы, друзья. Я очень рада, что вы с нами. Просто всем сердцем рада. Там лапками шевелит. Кто там лапками уже шевелит? Кто скоро побежит? Я говорю, он не в восторге от данных процедур. Лапки тянем хорошо. Сумрак, малышка. Базиль, его также подобрала женщина. У него была... Сначала был ушной клещ. Его вылечили. Но ребенок продолжал дергать свое ухо и мяукал. Отнесли его раз в больницу, два. Сначала ничего обнаружить не могли, а потом, когда взяли соскоб, оказалось, что у ребенка рак в ушке.
И все эти лечения, которые назначали, они не помогали, а лишь усугубляли. В результате Базилию отрезали ушко. Глубоко. Вычистили ушную раковину. И сейчас надежда только на то, что метастазы не возобновятся и не пойдут вглубь. Замечательный, добрый, мурчащий кот. Да, одноухий. Но, ребят, хочется верить, что жизнь дала ему второй шанс на жизнь. И также хочется верить, что вы с нами. Начало месяца, друзья. В приюте 2000 животных. Недавно мы провели стерилизации. Прооперировали 17 кошек. Еще около 30 необходимо стерилизовать. Кроме этого, в приюте 40 кошек, больных лейкозом. Они находятся в одном месте, для них отдельное помещение. Хотелось бы обратиться к людям, у кого уже дома есть лейкозный кот или кошечка. Жизнь с таким животным продлевает наша забота. И я прошу вас, мои хорошие, если вы можете подарить шанс на жизнь еще одному лейкозному котику или кошечке, или подростку, мы будем искренне благодарны. Я призываю вас, друзья, не пугаться животных, у которых есть хронические заболевания. Еще раз повторю, они не опасны для людей. Будьте милосердны, будьте сострадательны, отзовитесь. Если не можете взять, друзья, прошу вас, подпишитесь на автоплатеж. Кто, если не мы? Быть человеком в наше время очень трудно. И тем не менее, быть человеком зависит только от нас. Добра вам, вашему дому, крепкого здоровья вашим семьям, детям, внукам, родным и близким. Я благодарю вас за дружбу. Благодарю за то, что вы с нами. И надеюсь, вы отзоветесь и поможете нам. Потому что следом за этими ребятами, мурчащими, нежными, следующие ролики опять будем показывать о тех, кого мы прооперировали за эту неделю. Прооперировали в долг. Я прошу вашей помощи, друзья. Новый месяц, новые проблемы. Старая боль, которая то утихает, то вновь вспыхивает. Я прошу вашей помощи, друзья. Прошу вашей поддержки.